Дорогие друзья, хочу еще раз вам напомнить, кто не знает, меня зовут Артур Сороченко. Я 9 лет своей жизни провел в местах лишения свободы, чего никому не желаю. В своих видео, в своих роликах я ни в коем случае не пропагандирую АУЕ или еще какие-то субкультуры, а наоборот хочу показать людям и молодежи, дабы они не нарушали закон, не попадали в тюрьму и учились на ошибках с видео, нежели причиняли боль и страдания близким своим, а также другим окружающим. Я считаю, что платные камеры – это хорошо, и за эти деньги будет улучшаться общая масса питания, медицина, а это первое, что нужно для вступа к нам в Евросоюз. Если тебя закидывают где-то в двойник осознанно на прослушку, то есть они хотят тебя слушать, ну, они напрямую к ним запись выходит, они тебя прослушивают. Погонял у парнишки штука, был домушник неплохой, у него пластина в голове была, он инвалид там второй группы, то он полгода маячил фельдшера, ну, то есть звал фельдшера полгода. Когда открывается кормушка, это ужас, и он посмотрел на эту рогу, и он уже никого после этого не звал. Он понял, куда он попал. Сейчас новая фраза. А он много что может сделать. От него все двигается. Сегодня мы поговорим. Такая интересная очень тема. Сейчас она последнее время, ну, скажем так, обсуждаемая. Например, в СИЗО у нас в Украине, ну, это уже не только они появились, есть платные камеры, да. Что такое платная камера? Платная камера — это чем она отличается от простой камеры, то есть не платная. Там, ну, в областных центрах, там, скажем, там в Житомире у нас там 4 тысячи в месяц, там в Киеве в месяц это там 27-28 тысяч гривен, там в других областных центрах, ну, по уровню областного центра, по уровню камеры, там этот ценник там варьируется. Но если взять, да, в простую там камеру ты заходишь, там, ну, если это, скажем так, двадцатка, да, двадцатка, там может быть 15 человек, может быть 14, может быть 13, а может 25, когда переполнено много этапов, да, ну, обдертые стены, дючка, да, есть телевизор где-то, он там в купе, скажем, там у блатных, да, там у кто там приближенный к смотряге в углу, кто там под отдыхает под окошечком обычно, это там особо приближенные, там кто зачем в ответе, да. Условий никаких нету, конечно, раз в неделю в баню ты ходишь, да, кто хочется там себе на дючке, на туалете там греет воду, моется в камере. Ну, опять же, вы понимаете, что такое большая камера. То есть это все разговоры по телефону, которые у тебя происходят, даже если не вечером, это воле по неволе, это знает оперчасть, это знает начальник оперчасти, опера, это знают, даже если ты пользуешься всякими мессенджерами, которые там, ну, не прослушиваются, но теряги очень легко это сделать. Если тебя закидывают где-то в двойник осознанно на прослушку, то есть они хотят тебя слушать, ну, они напрямую к ним запись выходит, они тебя прослушивают. Что такое платная камера? Платная камера, да, это красивый ремонт, да, это микроволновка, это соковыжималка, это мультиварка, это стиральная машина, тебе не нужно, ну, нужно стирать самому, это неудобство, там на прачечную ходить, кому-то давать, это постоянно нужно давать чай, сигареты, еще что-либо, ну, конечно, проще, когда у тебя есть стиралка. Ну, телевизор — это само собой, есть выход, скажем так, есть планшеты сенсорные, выход в интернет, но с ограниченным доступом. И камера, которая внутри, которая электрозамок, камера, которая выходит на продол, которая внутри, которая тебя показывает. То есть, вроде бы, ну, много там состоятельных людей, кто себе может позволить, да, они там
себе ту, ну, скажем так, камеру проплачивают, потому что многие люди сидят в СИЗО и год, и два, и три, и пять. И я помню, такой Артур Цушко со мной сидел во Львове, который, они катались с подельниками, 11 лет они сидели. У них там, ну, делюга была с 10 до пожизненного, а они сидели с подельниками, там больше 11 лет на тюряге, там у них. Их не тома, когда возили на суд, две грузовых машины, именно грузовые, не то, что там бус, да, а именно грузовые машины возили эти тома на суд, когда надо было, ну, прочитать, какое что-либо сделала. Там секретарша или помощник спускалась, там брали эти тома, настолько 11 лет их судили, пока дали приговор. И чем оно неудобно? Во-первых, ты под камерами, ты можешь говорить по телефону, выходить только в туалет. Ну, постоянно, ты же не будешь в туалете жить постоянно с телефоном. Это неудобство и тебе, или сокамерникам, которые в платной хате сидят, создают. То есть, как бы, это, скорее всего, знаете, там попадают люди, которые там, во-первых, они первый раз в тюрьме, во-вторых, они не знают и боятся, там это чиновники, там депутаты районного областного масштаба, там или чиновники районного областного масштаба, так же самое в Киеве. Ну, понятно, человек, который там был каким-то там замминистра или что-либо, его там закрывают, и он не может там с каким-то бухтосмазчиком сидеть, который, ну, тот штамп сидит за Siemens C65, за телефон, который стоит 100 гривен, а этот штамп сидит, грубо говоря, за то, что он украл 2 миллиарда долларов, знаешь, то есть, как бы, понятно, что они по-разному пытаются, у них разное мышление, разные приоритеты в жизни, разные взгляды, и о чем он будет говорить с, ну, возьмите там так, ну, с таким человеком, который, ну, скажем, не по социальному статусу, потому что в тюряге этого нет, хотя сейчас уже есть, официально нет, но он есть. И, ну, интеллектуально они по-разному развиты. И, ну, обычно, когда человек заезжает при памяти в тюрягу, он когда попадает в такую хату, проплачивает, он понимает, что есть неудобства, камера, все остальное, и он договаривается просто с администрацией СИЗО, ему выделяют где-то двойник или тройник, он там делает ремонт за свои деньги, ставит туда стиралку, ставит туда душевую кабинку, ставит туда и Wi-Fi монтирует с выходом во весь интернет, и каждый месяц проплачивают начальнику СИЗО, и его не трогают, туда просто шмоны не заходят. Ну, смотрите, чтобы не быть многословным, я же говорю, я последний, предпоследний свой срок тоже сидел в комфортных условиях. Почему? Потому что, ну, как бы, вообще предпоследний срок, когда я был за лагерем, когда я был за черным, я сидел отдельно на санчасти. Везде двери были открыты, локалки, все двери в зоне были открыты. Почему я там был? Там было удобно. Я себе сделал отдельную квартиру, сделал ремонт, у меня там PlayStation стояла. На бараке я не мог ее поставить, потому что все остальные видели, и это было нельзя. Они, понимаете, ну, в бараке, например, 50 человек, и 30 из них сотрудничают с оперчастью, 20 из них с местной, 10 с управлением, а 5 еще с Киевом, то есть с центральным аппаратом. И это нельзя делать. Во-первых, телефонные разговоры, во-вторых, приставки, все блага, т.д. и т.п., там ноутбуки, телефоны, там такой тоже Wi-Fi был, раздача у меня. То есть, ну, чтобы этого не видели, я себе отдельно жил. Как бы это в тюряге тоже, я себе последний раз заехал в отдельную хату, обустроил там все как надо. Забрал себе, ну, людей там, скажем, кого я знаю, с кем я раньше сидел, там, с кем я там, и так, как бы, ну, все, что мне надо затянуть, как бы, я там алкоголь не пью, наркотики не употребляю, хожу только занимаюсь спортом, и там мне что нужно, телефон, интернет, все, что мне нужно, там какой-то спортинвентарь, и вот чем можно заниматься там, ну, скажем, в тюряге, вот и все. То есть эти платные хаты, это хорошо, эти деньги идут в казну, и они идут официально через кассу, и другие ремонты администрация колонии делает за эти деньги. Это хорошо, меняют трубы, теплая вода есть, меняют крышу, улучшается питание у осужденных. Это, в принципе, хорошо. Так должно быть, как в Европе, потому что мы идем в Европу, и оно должно меняться, но не может быть такое, как во Львове в 2007 году, рагу,
который вот просто, я помню, со мной сидел этот француз, он реально гражданин Франции, Сэм. И когда он попал, я был в шоке, когда его закинули на тройники, там сидят люди, ну, которые отказ от режима, это люди, которые отказываются от режима, это нарушители, это там стремяги, скажем, да. И он ничего не нарушал, он из-за того просто, что он там не давал показания, что он там на него были злые, и тогда ОБОП, сейчас они называются по-другому, СЭР тогда назывался ОБОП, и они его закинули туда. Они думали, что мы его будем хавать, потому что там такие тигры именно собрались. А тут он простой там, и у него там статья была такая тоже, там ему 307-ю, типа якобы он продавал героин, хотя он сам употреблял, просто у него там количество нормальное нашли, он для себя брал, в Украине просто длительное время работал. И он когда зашел 2.5, а у нас там со мной такой штука сидел, погонял у парнишки штука, был домушник неплохой, у него пластина в голове была, он инвалид там второй группы, то он полгода маячил фельдшера, ну то есть звал фельдшера полгода. Вы представляете себе там в любой европейской тюрьме звать врача на протяжении полгода, врач не подходит. Этот пришел, говорит, давай стучать в двери, говорит, дайте мне адвоката немедленно сюда, потом зовите мне следователя, потом по правам. Ну, короче, он там начал какие-то права, и я ему говорю, дружище, ты не обессудь, я говорю, просто тут полгода человек, вот инвалид врача ждет. Я думаю, что в 2.5, куда ты попал, это хата, типа, для самых ярых нарушителей тюряги. Я не знаю, почему тебя все закинули, ты не похож на отрицала, там, или что по житухе, понимаешь. Но когда пришло в обед рагу, а хочешь не хочешь, раньше была постанова такая, когда приходит рагу, его никто не брал, его кушать невозможно, оно гнилое, от него воняет, но кормушку открывали и спрашивали там, кушать будете, не будете, если нет, там кормушка закрывалась, наели, но это обезон был, всех спросить, такая постанова, потому что камеры на продоле, это спецпост, и когда этот запах рагу, он передается, и когда он услышал, когда открылась кормушка, этот запах рагу, он уже когда заходит на продол, этот запах рагу слышно, но когда открывается кормушка, это ужас. И он посмотрел на эту рагу, и он уже никого после этого не звал. Он понял, куда он попал. И он говорит, да, я, конечно, говорит, сидел у нас во Франции, у себя, говорит, это небо и земля. Потому все должно меняться, и это хорошо, что ну, все должно быть как в Евросоюзе, меняться. Это хорошо, с одной стороны, и вот эти платные камеры, на некоторых тюрягах считают якобы непорядочным то, что ты сидишь там в платной камере, и ты мог бы эти деньги там запустить на общее, или на черное, или еще что-либо, но я считаю, что человек добровольно может распоряжаться, что ему куда запускать, и то есть определять его там непорядочным, еще что-либо, ну то есть если там, скажем, у него нема таких связей с администрацией, что он может наладить в отдельной хате сидеть, но если у него есть на платную хату, скорее всего он со временем это сделает, наладит, то многие ж, тоже ж, вы понимаете, генералы преступного мира, не будем говорить о кому разговору, но они ж тоже отдельно сидят при всех условиях. Я помню себя, как я себя чухал, сидел на санчасти, не из-за того, что я был больной, а из-за того, что у меня были возможности и хорошая поддержка со свободы. Сейчас, когда ты заезжаешь в тюрягу или в лагерь, смотрят, как на тебя. Если тебе никто не помогает со свободой, у тебя нет денег, у тебя нет связи, тебя не воспринимает администрация всерьез, и блатные, и все остальные, ты бесполезный, ты просто ноль. А когда у тебя все это есть, даже если у тебя какие-то там пожитухи, сбои, еще что-либо, какие-то это все уходит на второй план. Сейчас новая фраза, а он много что может сделать, от него все двигается. Если бы не он, тут все бы стояло, вот и все. И человек двигается. Сколько раз такое бывает, что в лагере сидят бродяги, шпана, басота, а за лагерем мужик. А потому что этот мужик на связи с начальником колонии, с начальником управы. По его щелчку там привозят сразу любые общаки, любые эти, все двигается. А тут бродяга ходит с четками, ну, ему даже зажигалку никто не передал. На свободе он вроде бы где-то бродил там по остановкам, там собирал какие-то бутылки. Ну, то есть, вот и все. Сейчас все так смотрят. Я считаю, что платные камеры – это хорошо. И за эти деньги будет улучшаться общая масса питания, медицина. А это
первое, что нужно для вступа к нам в Евросоюз, и другие камеры ремонта, потому что права человека и осужденные должны жить как нормальные люди, а не как рабы. И сейчас, слава Богу, сейчас больше прав появляется у людей. Но еще раз хочу вам попросить, моя такая просьба, друзья, поставить лайк, поставить колокольчик. Колокольчик для того, чтобы получать уведомления о наших скромных видео. И лайк для того, чтобы отблагодарить нас. Также просим вас написать комментарий. И если вот эта тройная связка вы сделаете, это гремучая связь для нашего продвижения. Для вас это всего лишь 5-10 секунд. А для нас это гремучая смесь, которая продвигает нас в топы. Так что прошу вас, друзья, дай Бог всем здоровья, ставьте лайк, я вас люблю, обнимаю. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a